Решение жилищного вопроса – проблема не только отдельно взятой семьи, но и главы городской администрации. У стендов со стройматериалами Иван Костогриз задерживается не случайно. Возможно, именно здесь и есть ответ, как удешевить стоимость жилья. Это реально, если строить из того, что у уренгойцев в прямом смысле под ногами. Прежде всего песок. Никто не смог обработать уренгойский песок. Мы смогли. Известь. Только 30% материалов завозится из других регионов. Остальное добывается на месте. В производстве учли не только местное сырье, но и климат. Теплее только дерево. По теплопроводности только дерево и пенопласт может с ним соперничать. Кубики в качестве сувениров есть уже у многих партнеров уренгойского завода стройматериалов. По мнению специалистов и руководства города, собственное производство – залог успешного развития. Это замечательно, это радует. Мы этого ждали, мы стремились к этому, мы создавали условия, чтобы действительно началось производство именно в Новом Уренгое. Проходя мимо стендов с аппетитными пирогами, сладкими тортами, глава администрации рассуждает уже не как градоначальник, как дедушка. Если бы внук был здесь, это все, это бы пришлось приобретать сейчас. Местным кондитерам и пекарям есть чем удивить новоуренгойцев. Эти стенды манят ароматом и изобилием выпечки. Пироги с черемухой, с вишней, с семгой, с курнички. Тортики, смотрите, какие у нас красивые. Даже те, кто еще не успел оценить продукцию купеческого дворика на вкус, с охотой разбирают пироги и особенно пончики. Если верить продавцу, вкусные, как в детстве. Мы вот набрали сотрудницами целые пакеты. Надеемся, что нам очень понравится. Павильонов с местными продуктами оказывается немало. Своя рыба, напитки, молочные и кисломолочные продукты по качеству часто лучше привозных. Конфеты мы пока делать не научились, зато новоуренгойские мастерицы оформляют их с любовью. Сладкие букеты не пахнут, но от них веет весной. Для тех, кто привык готовить дома и только по собственным рецептам – чудо-кастрюля. Она тушит, запекает, делает выпечку и даже сама себя моет. Человеку остается освоить кнопки и наслаждаться. Очень вкусно получается. Вот так вот это будет выглядеть. Новоуренгойский потребитель, конечно, придирчив. Он сопоставляет предложение с финансовой возможностью и собственным вкусом. Угощайтесь. Наибольший интерес у покупателей сегодня вызывают современные технологии. Предприниматели эту тенденцию чувствуют и стараются идти в ногу со временем. Некоторые предметы способны поменять наше привычное устойчивое представление о вещах, если в их производстве использованы не простые, а умные технологии. Производители не случайно назвали свою технику умными конструкциями. Она не только подчиняется кнопкам, но и учитывает даже незначительные потребности человека. Именно технологии позволяют новоуренгойцам жить комфортно, а нашему городу выглядеть современно. Елена Куликова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».